Всем добрый день, добрый вечер, не знаю, что у вас там. Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалт и Анатолий. Мы продолжаем играть в Бигфута спустя долгого перерыва. Я помню, мы были в жопе последний раз, но нихерово его так продамажили, до 1000 хп вон. Я, честно говоря, уже не помню, что мы прошли раз делали. Единственное, что только я тут штурмовал горы в одиночку. Ну и как, не знаю, по крайней мере, на моей мини-карте я вижу, что у меня практически все открыто на ней, да? Я слышу тотем, ага. Где ты там слышишь? Подобрать не могу тотем. А я могу. Ну все. У меня не открыто только в той стороне, если сейчас перебежать лес, там как-то фигня, мне кажется, должна быть. Но. Та скорость, с которой мы дамажим этого долбанного Бигфута, оставляет желать лучшего. Она меня напрягает. Мне просто кажется, что даже тех 120 патрон этой винтовки, которые у меня сейчас есть, просто не хватит. Поэтому напишите в комментарии, считаете ли вы нужным в каких-нибудь следующих выпусках обрезать ему немножко хпшку, чтобы было реальнее его убить. Вдвоем. Он рядом, кстати. Ну пусть идет, если он сюда припрется, это будет вообще гениально. Ну тут капкан можно на углу поставить, но он днем не припрется, он же днем пассив. О, медведь! Медведь кричит. Где-то. Где медведь? Медведь. Где-то здесь медведь был. Нигде нету, ну и ладно, фиг с ним. Вообще. Знаешь, что меня сейчас коробит? Я теперь как мега крутой страйкболист с гуаком 17. Я вот теперь думаю, а какого хера у меня здесь в игре в этом же гуаке 10 патронов всего? У меня тоже 10 патронов в магазине и 16 запасов. Я не понимаю или что, но по идее, ладно, допустим, в моем шариках 28 вмещается, но там точно не 10, там больше 17 вмещается. Бля, а у тебя тоже слишком ярко? Да, ну тут, блин, такая... Гамму бы как в арке убавить. Угу, просто прописать ее через тапчик, прям сольки. Гамма, я не помню, 50, можно было написать? Можно было, но толка мало. Там максимальная десятка была. Ну, на самом деле, с той гаммой... Вот арке... тут вот мы можем вверх полететь по этой херне. Да, но там дом стоит, в котором мы, по идее, были. Да. Вот там дальше... А что это за звуки такие? Какие? Буду съел. Но я вот там вот дальше не был. А, не был я там. Я хочу сказать, что у меня 4 тотема, если что, можно воскресить кого-то. У меня 2 капкана, аптечки 3 штуки. То есть жить я буду. Да я-то жить тоже. А буду ли? А вот с оружием тоже вот прикол, конечно. У меня жить будет. Камеры я больше ставить не могу. Если ты можешь, можешь ставить. Да и насрать на них вообще. Типа, как нам сделать ночь? Я просто готов загандушить этого чего вот прямо сейчас. А тут нельзя скипать. Очень жаль. Очень жаль, ты понимаешь, я сейчас полон решительности. А, его ж обновили, блять. Он же сейчас умный стал. От него можно окна занавешивать, чтоб не палиться, короче. Это теперь реально работает. А еще он теперь будет стараться атаковать нас с тобой обоих одновременно. И еще ему там что-то добавили. Я тебе до этого скидывал, но я уже все к хуям забыл. Ну, короче, он стал пизже. Потому что было обновление. О, АВМ-очка. Я не помню, у меня она есть вроде. Есть? Ее у меня. Ну, забирай. Ну, у меня ее нету, но у меня есть другая винтовка. О, спасибо. 111 патрон! Да, к ней там, кажется, такие же патроны. Хуя себе на нее патроны, ебать, я теперь с ней похожу. Ну, я не уверен, что у нее есть разница между тобой вообще. Кто, блядь? Сука. Ты че стреляешь? Да чтоб заткнулась эта тварь. Какая? Ну, которая телефон. Ага.
А, да, точно, я сегодня не спал. Я сегодня пошел на занятия по вождению. У тебя было такое, Данек, что ты вот едешь, допустим, опс, там обрыв, едешь, допустим, перед кольцом, тебе говорят, совершите там съезд на третьем съезде, да? Ну, или же там это ж не прям экзамен, это просто первая контрольная, скажем так. Там инструктор говорит, ну или же еще инструктора говорят разворот. Я говорю, развернитесь просто в лице, да? Это сдавал не я, это сдавал второй чувак, который уже в машине сидел, это уже его попытка была. Но было ли у тебя такое, что ты тупо, короче, проскипал нужный поворот, да? То есть не на третьем съехал, а на четвертом. Как бы колечко просто проехал и поехал дальше. У меня было то, что я вообще не туда поехал, потому что у нас... я сначала просто не понял, что такое первый съезд, второй съезд, а потом понял. Но когда я это понял, было уже поздно. А вот, блин, у нас чувачок, я-то, если бы я проезжал это кольцо, я бы понял, ну, потому что я знаю, что там всего три съезда, допустим. Да и просто чел же сказал, что разворот, значит, надо как бы заехать туда, откуда выехал, по идее. Хорошо, но... что мы домой зашли, я хотя бы планшет взял, который тогда забыл, блядь, теперь по камерам могу смотреть. Ну. А где мы его встречать-то будем? Сейчас ночь будет. Мы его встречать будем. Нам надо в доме хотя бы, чтобы его заскамить, как мамонта. Иди сфоткай. Давай. Ебать. Он прям здесь, что ли? Ну, где-то там. Ну, пойдем туда, вот, куда мы идем. Надо в дом залезть. Надо, надо, надо. А сейчас там палатки дальше будут, как раз таки вот до них дойдем. Может быть, там посидим. А может быть, мы там еще в одну... Ебать, кабан пробежал. Кабанчик. Чё-то кабан лаганный какой-то. Да, есть такой, да он не лаганный, у него фонг в крови просто вот он носится, как угорелый. Бля, вот эта вот вышка вообще не дает доверия, но я в нее залез. Вышка? Для сигнального пистолета патрон в ней был. Нормально, но вышка не дает. Ебать, ночь быстро настала. И чё делаем? Ну, чё-чё. Где эти палатки? Кидайте мясо, кидайте капкан. А где эти палатки ебливые? Это чё за хуйня? Да он на дерево залез, что ли? Не может быть, блядь. Сейчас с дерева прыгнет шиноби волосатый такой. Так, дай капкан въебал... Да, въебал капкан. А вообще палатки там должны быть. А, вон там что-то светится. Блять! Долбоёб! Ты б сейчас видел, с какой анимацией ты покатился, это пиздец. Это так угарно, блять. Потом посмотришь, блять. Friendly fire, ёпта. А нахуй ты так сделал-то? А я думаю, что специально. Я просто пошел, а ты там свои капканы накидал, блять, на входе. Прям. А мы, блять, здесь его встречаем, или ты уже в другое место пошел? Я просто вот палатку увидел и такой думаю, пойду в палатку. Блять, ну пошли в палатку, хуй ты как этот. Где ты палаточник, блять? Я тебя вижу пока... А, все, вижу. А, звуком бы ориентировался, а вот тут еще что-то сфоткать можно. Чё? А, да. Ну чё, я предлагаю, заходи в палаточку, блять. Он нас выебет. В палатке, прям, да, за что? Так тебе нравится жанр на природе, да, типа? Ага, блять. Вот сейчас вот мясо ему тут ебану. Сидим и ждем эту суку. Выключи нахуй этот фонарик, выключи свой фонарик. Ебать, что, вот, блядь? Кстати, без фонаря FPS-а больше. Да, есть что-то такое. Ебать, тут прицел ёбищный на этой АВМ. Блять, ты меня закрываешь, берешь? Встал. А есть еще какая-то хуйня, канистра там взрывательная, хотя мы вместе с ней к хуям взорвемся. Да нет, откуда? Ебать, буду топором махать, это ж пизже, чем нож, да?
Превращаешься в холдера, да? Да. А у меня кирка, я превращаюсь в шиноби в натуре. Короче, дорогой друг, вот смотри на меня вот в камеру. Я тебе хочу сказать, что это видео выйдет или в будущем, или в прошлом. Я не знаю, как тебе объяснить. Но я тебе хочу сказать то, что по фазмофобии я еще буду в шапке. Это видео будет старое. Это, нас там будет 4 человека в кооперативе. Но я не знаю, когда это выйдет. Это выйдет или после Бигфута, или до Бигфута. Поэтому знай об этом. Пока вот мы ебашим эту тварь. Поэтому можешь писать мне комментарии, но я их прочту или в будущем, или раньше. Как-то так. Ебать, он хуячит. Блять, помогите. Че, он теперь на тебя заскамился? Да бля, ебать он... А он лучше стал. Фонари предлагаю въебать. Я ему вдогоночку дал. Бля, мангал не проверили, точно. А, в мангале нет нихера. О, нифига, ему убежать теперь нельзя. Ай, ай, больно. Здрабаша хуячу, ебать. Слушай, они его повесили и сделали. Слушай, ты говорил, ему хп надо отбавить. Мне кажется, нормально справляемся. Блять, это чё за мегапитек из арка, блять? 150-го уровня. Пиздец он. Отвали, ёп. У меня столько патронов, я тратить их просто не хочу. Блять. А как тебе по ощущениям? Он пизже стал? Да. Активней, да? Я знаешь, что предлагаю? Я не уверен, что мы сейчас еще одну атаку переживем. Надо его отпугнуть, блядь. А как? А флайером. Сейчас вот эту хуйню кину, блядь. Как где кинуть? Ебальником ее запустишь. Не, не эту надо. Где там? А похуй, он все равно обосрался, видишь? Стреляй. Он боится, слышишь ты? Он ее... Где, блядь? Он ее испугался, Толь. Да ты гонишь. Ты видел, он начал рукой загораживаться? Ебать, это было охуенно. Он испугался реально. Вот жаль только... О, кстати, планшет на тап быстро достается. Ну да. Он убежал, но у меня не осталось вообще аптечек никаких. У меня тоже. Ну, я бы сказал, патроны так кончились. Я бы сказал, надо искать место с аптечкой. Блять, да ну нахуй. Ебать, разрабы, вы чё так улучшаете сильно своих бигфутов, блять? Блять, может на стол залезть, не достанет? А, ёп, студы. На стол запрыгнуть нельзя, пиздец. 10 хп осталось, всё. А у меня 25. Ты умираешь? Да ну нахуй. Да ну нахуй. А как? Ну поднимай меня давай. Блять. А знаешь, в чем прикол? Я могу тебе дать только аптечку, и тогда ты выживешь. Ну дай, наверное. А у меня нет аптечки. Заебись, ты. Могу мясом покормить, хочешь? Не получится. Как поскидывать тебе вещи-то, чтобы, блядь, они тоже не пропадают, наверное? А, наверное. Я тебе что предлагаю? Я запомнил, где ты сдох. Ты мне лучше скажи, мы тотем находили, чтобы воскресить? Где, чтобы воскресить? Я хрен его знает. Я сейчас пойду проверю, потому что мне кажется, то, что тотем был. Поэтому я тебя уже никак не спасу. Мне надо найти или аптеку по-быстрому. В чем я... Блять, он рядом, пиздец. А тебе надо не сдохнуть самому теперь? Да, у меня 25 хп, если он меня на жопу посадит, это пиздец. Поэтому я побежал облутывать, искать аптеку, чтобы как-то спасти тебя, блядь. А ты там рассказывай, как обстановка. Как обстановка? Да, сейчас проверим, сейчас посмотрим. Ну, 600 хп было 1000, мы ему 400 отбавили, нормально.
А, ты не про то, снова. Ладно, да, да, все нормально. Я его не вижу, но я камеры двигать как бы не могу, я лежу еще до сих пор. Я понял. Все, я умер. Блять. Типа как в этом, как в Dark Souls, только просто я теперь игр. Ты теперь за мной следишь, да? Да, да, давай, беги, дед, беги. Да ну нахуй, камни падают. Всего лишь камни падают, давай, дед, беги. Да вот, блять, надеюсь, оно там, где я думаю. Потому что если оно не там, это хуёво кончится. Пофиг, давай, дед, беги, сука, беги. Беги, сука, беги. Давай, я вот здесь беги. Еще проверю, может здесь что-то есть. Я по карте бегу, смотрю. Блять, лишь бы день быстро не кончился, а то он меня выебет. Вот его слишком дохуя было. Надо вот в будущем. Вот у тебя есть сигнальный пистолет? У меня вот нет. У меня был только вот этот фаер, которого он обосрался. Немножко. Надо вот фаеры, потому что это важная херня. Она его отпугивает на время, и можно отдохнуть. Блять, вот думаю. О, да ну нахуй, убежище нашел. Ну-ка. Нет ничего. Блять, да. Хуйня ебаная. Нет ничего, вот зато след увидел, блять. Папарац. Интересно, хоть какие-то очки за это дают? Блять, куда я нахуй иду? Ну-ка, по-моему, туда надо. Печально, что аптек-то нет. Ну да. Этот мудак хилится потихоньку. Я вижу. У него тоже перерыв обеденный. Перерыв на обед. Так, все, обеда кончится. Ну что ты думаешь, ему надо хп убавлять до 800, что ли? Ну вообще, да. Но если бы было до 800, мы бы, считай, его сейчас почти уже убили. А так тут наполовину. Хотя, блять, у него изначально сколько было? 1400. Значит, надо до косаря убавлять. Но там у него как бы, типа, как тебе сказать... рисочками, то есть там у нас стояло типа две рисочки, да? А можно было бы как-то у него одну поставить, это он бы какую-то часть просто убрал все. Не, я тут все утал, ты беги давай дальше. Блять, я вот нашел новое место, которое не было открыто. Ну, потому что я тут был. Хотел сказать, блять, ебаный рот, нихуя нет, а ты тут был. Мы же тогда с тобой разделились, побежали кто куда. Ебать, вот здесь забор вижу. А, там дом, наверное. Там на горе ничего. Там дом, да, один стоит, но... Он у меня открыт. Вот тут вот какая-то хуйня отмеченная. Медведь. Где нахуй? Суровый медведь. Блять! Медведь. Успел, прикинь. Узбек, прикинь. Ебать, обосраться можно. Слышу медведя. Ты мне скажи, вот на этой хуйне что-то отмечено. Я не вижу вообще, да, не могу посмотреть. Блять, вот что-то вот здесь от... Сука, а где? Это может быть снизу. Ну-ка, а снизу у нас что? Не, а ты можешь залезть, подожди, залезть на вот этот вот камень, где сзади тебя. Ну вот да, вот туда, просто повыше, чтобы я камеру мог повернуть, потому что не видел ничего. Пиздец. Да не, вон он медведь, кстати, а на этом камне нету ничего. Ага, ну-ка, а тут что у нас? А, нельзя это сбить, я думал, как в Far Cry. Не трогай Мишу. А я не в Мишу, я думал сбить хуйню, которая на дереве висит. Блять, вот смотри отсюда, видишь какие-то воскрешалки? Или это по приколу мост так на карте отмечен, блять?
походу. Пиздец. Где, где нахуй не были? Сейчас ночь начнется. Пизда. Пизда. Я вот смотрю. Хуй его знает. Отсюда не, не вижу никаких. Вот ты не был, наверное, вот в этом углу, да? Ну, куда я сейчас иду? Да кто знает. Вроде бы... Да вообще, по идее, вот мне кажется, на этой горе есть что-то, вот по-любому. Ебать, вот тут не были. Так, здорово. Пароль 1741 записывай. А я что записываю? Ты должен записывать твой пароль. 1741 уже. Я нашел хуйню, которую его взорвать можно, а еще он рядом. Блять, от него ж спрятаться можно, теперь надо попробовать. Аптек не было, кстати. Блять, это просто пиздец, толь. Будет прикольно, если я эту способность заюзаю, если я залезу, блять. Ай, сука, на эту ебаную гору. Сейчас ты здесь просто рипнешься, возьмешь на этой горе. А этот пидор хилит. Да, я вижу, блядь. Так, ладно. Буду идти вдоль горы. Если чё, въебу капкан, подорву его к хуям, блядь. Сука, я вообще не ебу, что делать. Надо вот этот угол исследовать, потому что это последняя надежда. На спасение человечества, блядь. Ну да, скримаки пошли. Конечно. Ночь пятая, блядь. Пизда, медведь. Мне надо единственное, что не нравится, как и не нравилось до этого, как этот пошлый персонаж дергается, как я не могу. А сейчас дергается? Да, он дергается до сих пор, он всегда дергается. Он прям, знаешь, как будто у тебя пинг громадный, и ты вперед-назад типа вечно. Ага. Блять, а у меня есть фаер? Сука, нет, нихуя. Пиздец, надо вот здесь посмотреть, чё. Чё-то тебе подсказывать там нету. А ты был здесь? Вроде как был. Ну и да. Если что, я засяду в доме, блядь. Мне главное прожить ночь, так? Так. Чтоб я прожил ночь, я могу спрятаться в ебучем доме. Не, ну тут там только надпись «Помогите» есть и все. Так, сейчас, погоди. Фонарик офнем. Ты тут все облутал, да? А, я тут был, тут нет. Я предлагаю мне посидеть в этом ебучем доме. Так, значит, если от него можно спрятаться, я от него буду пытаться спрятаться. Так. Ага. Что мы делаем? Чтобы заскамить мамонта, мы на входе ставим капкан. Без мяса, блять. Он сюда приходит, я его еще подрываю к хуям. Заебись тактика, да? Ну, мне что-то кажется, ты не переживешь все равно. Я думаю, переживу с обновлением, потому что у него же теперь есть функция обосраться и не найти игрока. Я ж занавесил шторы. Да, но тебе надо все равно что-то делать этой ночью, потому что время идет, как бы, понимаешь? Время идет, но у меня 20 хп, я на один удар. У меня нет выбора. Если я хочу тебя спасти, мне надо засесть. А вот это ты читал, прости, детка, снимем еще один пранк про Бигфута на сноуборде. И все, я клянусь, больше никаких съемок, и я буду с тобой все время. Даниэл Робинс.
Да, да. О, флеер ты проебал. Ну, а вот это могло быть, или я его не захотел брать. Вот он меня и спасет. Пизда. Вот давай, пусть он тебя спасает. Блять, мне страшно. Из окна полезет. Да, чекай сейчас, где просто проломит лицо через окно. Блять. А он не полезет, да? Не знаю, есть такой один способ проверить это. Я вырубил свет. Может, он просто не понял, что я здесь есть. Дверь сейчас сломает, мужик. Если чё, через окно. Дверь я прыгну через окно. Хуям, блядь! Сучара! Ай, сучара! Ай, сучи потро! Толь, капкан закрылся, да? Да. А какого хуя он на капкане не остановился? А чё он делает? Неплохо, по-моему. Это он тебя так ест. Он стебёт, да? Ну да, угорает. Ха, вот, блядь. Блядь, смотри, как было по... А хули радоваться, все равно сдохну, все. Ну да. По плану было то, что он в капкане остановится. И, кстати, я не мог капкан ближе поставить к двери, он просто бы в нем не остался. Но, блядь, он тоже этот как-то оббежал, блядь. Я вообще думал, сейчас в эту цистерну выстрелю, он как охуеет, блядь, а нихуя. Пизда. Вот так вот и живем. Поэтому, друзья, предлагаю ему отбавить хп хотя бы до косаря, блядь, и как-то по продуманию изучать карту на... места с воскрешениями. Вот. У меня к тебе сейчас только будет вопрос, Толь. Мы будем стартовать опять на этой карте или на другую пойдем? А там третья есть? А мы должны открыть новые карты, пройдя две эти карты. А, ну они там есть, да? Да. Блин, на старой не хочется. На этой дохуища лута, но тут, блядь, на гору повести. О! Заставка. Жрет, радуется гандон. Натуре гандон. Выжил, Бигфут выжил. Заебись, Бигфут выжил, блять. Главное меню.